Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, буквально несколько минут назад к нам пришли до боли прискорбные вести. Гаитянский певец Мика Бен, настоящее имя Майкл Бенджамин, скончался во время концерта в Париже. 41-летний артист скончался во время выступления в качестве приглашенного гостя у группы Гареми. Уточняется, что у Мика Бена случился сердечный приступ. Находясь на сцене, артист отвернулся от зрителей и направился к выходу со сцены, где и упал. Музыка была остановлена, организаторы мероприятия вызвали медиков. Приехавшим медикам спасти артиста не удалось. Мика Бен родился в столице Гаити, Порто-Пренс, в 81 году. Он был известен не только как певец, но как писатель и продюсер. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.